Коротко и по делу, что у меня произошло за эти сутки. Итак, начиная с BNB. На сегодняшний день плюс 3%. Это очень хороший, я считаю, результат. Если тенденция сохранится, то вероятность есть, что до конца месяца бронзу я закрою. И будет приходить уже 300 монет, да, по-моему? 300, да, все верно. И там уже до голда рукой подать хочется поскорее на голд. Ну, в общем, плюс 3% BNB. Выводов не было сегодня. Больших выигрышей не было, то есть ничего не выводил. Следующий. Лайтпик. На лайтпике 13% так и осталось. Немного наиграл, совершенно там чуть-чуть. То есть по соотношению здесь, ну, в общем, минималка. Самая минималка, то есть изменений особых нет. Следующая Solana. На Solana 54% так и осталось. Да, немножко здесь понадыграл, но изменений не произошло. Как бы никаких. Dogecoin. На Dogecoin 11% как было, так и осталось. Понемножечку там по 3-5 доги добавляется. Очень тяжело мне дается. Не знаю, если удастся на троне что-то выиграть, вывести, есть вероятность того, что я все-таки зальюсь реальными деньгами на доги. Хочется поскорее его прокачать до уровня голд. Тем более, тут надо всего 9 тысяч. В общем, наверное, это будет первый, который я буду прокачивать реальными средствами. В общем, без изменений, 11%, очень вяло идет. Так, и трон. На троне тоже получается изменений никаких, да, 24% так и осталось. Ну, потихонечку, да, тут все двигается, вяло-медленно, ну, как бы вот так. Будем надеяться, что какой-то выигрыш будет, возможно, до конца недели, обязательно это запишу. И крайний у нас Light King. На Light King плюс 4%. По партнерке, кстати, очень хорошо сегодня пришло. Кто-то из партнеров долбит по полной программе, как я понимаю. Вот. Сейчас еще раз зайду. Нет, ничего нет. Но за сегодня по партнерке я собрал более 100 тысяч. То есть и из этих уже как бы добил до 0.014. И из этого вот наколотил 4%. Ну, понятно, все успешно слил, но меня это особо не парит. Выиграть выиграл, не выиграл, не выиграл. Как бы такое дело. Главное прокачать уровень. Главное здесь двигаться вот сюда, к мастеру. Один лайткоин в час. Это, конечно, будет разрыв мозгов и бомба. Ну что ж, тем, кто следит за каналом, вот вам мои результаты. У кого возникают вопросы вообще, какие бы ни было там, абсолютно задавайте, отвечу без всяких проблем. Выводы покажу, это вообще с этим сложностей никаких нет. Посещайте сайт, каждый может, да, может у вас какие-то рекомендации будут. Здесь вы можете найти ссылку на телеграм-канал и на различные кошельки Faucet Pay. Дело в том, что на моем канале вы можете найти сервисы, где я иногда собираю монеты и также закидываю их, не знаю, в тот же трон там или еще куда-то. Ну, использую, в общем, для прокачки уровней. Инструкции различные. Вот. Ну, как бы вот так. Дело идет потихонечку. То есть, мало-помалу, один трон, один доги в день, там, не знаю, 1% BNB, 1, там, 4% Light King и такое. Дело идет вперед. Очень надеюсь, что к концу месяца, очень надеюсь, хотя бы какой-то проект закрыть на голде. Уверен, что с приходом большего количества монет будет легче, конечно же, выигрывать. И выводов будет гораздо больше. Извиняюсь, что так поздно записываю ролик. Наверное, сегодня уже никто не посмотрит. Но, тем не менее, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки свои, там, не знаю, комментарии пишите. Присоединяйтесь. Здесь никто не вкладывает. Здесь все всегда в плюсе. Всем пока.